Предотвратить коллапс в газовой отрасли. С такими требованиями к президенту, премьеру и главе профильной нацкомиссии обратились представители облгазов вместе с Ассоциацией газового рынка. С 1 апреля правовая база для расчета за газ действовать перестала, а новые правила так и не утвердили. Это приводит к тому, что предприятия отрасли остаются без финансирования. Если ситуация не изменится, обслуживать газораспределительную систему страны будет некому. Без зарплат останутся десятки тысяч людей, и это приведет к остановке поставок газа в дома украинцев. Но выход есть, считают газовики. Нужно принять решение, которое бы регулировало тарифы на газ, и восстановить полномочия нацкомиссии, отвечающую за госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Именно она и должна устанавливать алгоритм распределения средств.